Страна снова готовится к голосованию. Ровно через месяц в 80 субъектах Российской Федерации пройдут выборы. В четверг ЦИК провел большую видеоконференцию с регионами, посвященную основным изменениям в законодательстве. 9 сентября в Ивановской области за галочку избирателя поборются 5 кандидатов в губернаторы, 8 политических партий и 57 кандидатов-одномандатников. Кандидаты на всех уровнях выборов сейчас будут заниматься агитацией в первую очередь. С 13 августа у нас наступает агитация в средствах массовой информации. Проведена жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатных площадей, которые представляются кандидатам. Поэтому данная ситуация, конечно, они будут очень активно заниматься именно агитацией, работой с нашими избирателями. Процедура голосования по месту нахождения будет работать и на выборах губернатора, и на выборах депутатов областной думы. Но это в случае, если избиратель мигрирует в пределах своей области. Ведь в каждом регионе свои кандидаты. С 26 июля можно уже подавать заявление во все МФЦ, в территориальные избирательные комиссии, через единый портал государственных услуг. А с 29 августа можно подавать такие заявления в участковой избирательной комиссии, причем без привязки к месту жительства. Эта процедура будет идти до 5 сентября. Такие заявления можно подать. Избирательные комиссии тоже начали подготовку к единому дню голосования. Участковые комиссии начнут работать с 29 августа. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.